Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Богдана Арника. Сегодня я демонстрирую вам новое украшение. Оно выполнено из камней турквенита. Это прессованная бирюза. Это поделочный и полудрагоценный камень. Камень счастья, одерживающий победу. У меня была вот такая деталь металлическая. Я сделала подвески. Между бусинами продолговатыми я поставила белые кристаллы. И у меня получилось вот такое украшение. Ну, застежка обыкновенная, крабик. Очень аккуратно выполнена работа. Ни одной задоринки. Смотрите, какая красота. Сейчас покажу на манекенчике, как оно смотрится. Вот такая красота получается. Видно? И еще к этому украшению я сделала браслет. Браслет из таких вот продолговатых бусин той же бирюзы. Ну, скажем так, прессованная бирюза с белыми кристаллами. Это обратная сторона. Застежка, магнит. Легким движением. С движением сфер открываем, и он почти сам закрывается. О, тоже аккуратно выполнена работа, ни одной задоринки. Смотрите, какая красота. К этому украшению я также сделала сережки, чтобы это был комплектик. Я сделала сережки на серебряных швензах, чтобы металл не раздражал ушко. Вот такие сережки. Цепочка и соединение бусин. И вот такая красота у меня получилась. Кстати, у меня сегодня очень красивые ногти. Похвастаюсь. Вот так вот оно все смотрится на манекенчике. Вот он мой комплектик. Покажу поближе. На фоне у меня живые цветы. И вот такая красота. Пока-пока. Всем желаю счастья и добра.